ein extrem gefährlicher Gefangener ist auf freiem Fuß. Daher ist es nachts auf den Straßen sehr gefährlich. Öffnen Sie niemandem die Tür und halten Sie sich von den Fenstern fern. Bitte melden Sie jegliche verdächtige Aktivität unverzüglich den Behörden. Nein! Haben Sie ein paar Münzen? Guter Mann! Geben Sie einem alten Mann einen Almosen. Wir Suppe. Nimm dich vor den Wölfen in Acht, guter Herr. Güter. Не понимаю. Hä? Hörst du nicht das Schnappen ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen, wenn wir nichts tun. Ja? Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen so viele Nazis wie möglich töten. Пивная. Сюда-то мне и надо. Динер Шетцен, Зиген ин Мунлихт. Ich bringe Sie zu Herrn Kessler. Как тебя зовут? Аннет. А вас как? Уильям Джей Бласковец, армия США. Вас все так зовут? Отец называл малыш Билли. Малыш Билли. Малыш Билли. Малыш. Не очень. Подходит взрослым. Чаще меня называют просто Биджей. Мне нравится. Такое имя вам к лицу. Спасибо. Наверное. Геркислер внутри. Он ждет вас.
Дама вперед. Биджей? Уильям Джей Бласковиц, армия США. Да, я помню ваш голос. А где ваш друг? В Авраамовом лоне. Мертв? Аннетте, mein Kind, überprüf die Fenster und versteck dich dann unten in der Höhle. Агент Бласкович, мне нужна помощь. Откройте люк у бара. Все мои припасы там, внизу. Агент Бласкович. Займитесь этими свиньями, агент Бласкович. Убейте всех! Запритесь. И не открывайте, пока не скажу. Сколько же этих нацистов развелось! Пора открывать погреб. Все. Все нацисты мертвы. Можно... Американец! Отставить.
агент Бласкович! Бласкович, вы целы? Порядок. Мне жаль вашего друга. Спасибо. Как его звали? Уэсли. А что с девушкой? Она пойдет с нами. Я хотел спросить, кто она? Спасена из депортационного конвоя в Вульфбурге. Семьи нет. Меня у нее никого. Фотографии, письма. Все, что осталось агент от ее родителей, нужно пора забрать с собой. My things. Here. Oh, thank you. So. Where are we going, Kessler? To Wolfsburg. That's where Helga will be, with the document folder. What's in Wolfsburg? Death, Agent Blaskovich. Death. Welcher Tag ist heute? 17th of March. It's a Sunday. The day of Purim. Yeah. I made this gift for my friend and father's workshop here in Wolfsburg. It's Jewish tradition to give food on this day. But I wanted her to have something special. What is it? A cat. Her favorite animal. I was going to give it to her, but then the Nazis came. And bin ich schon so lange hier? This is a city of secrets. Beset through history by death and destruction. And now Helga is poking a stick into its rotten guts with the morbid curiosity of a child. Was ist in der Tasche? Flugblätter. My wife used to spread flyers like these in Berlin. Nazi pigs put a rope around her neck for it. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovich kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Агент Бласкович,
Вы должны найти агента второго. Я дал знать о вашем прибытии. Агент второй знает, где Хельга. Хорошо. Столько смертей из-за дурацкой папки. Если не найдем ее, смертей будет еще больше. Мы с Аннет спрячемся здесь. Я украл у этих свиней пару раций. Будем общаться с их помощью. Возьмите. А теперь вылезайте из лодки и помогите затолкать ее под пристань. Meine Liebe. Дом агента второго находится за рыночной площадью, на северо-западе, за таверной, рядом со старой пекарней Шмидтов. Пароль тот же самый.
Тут полным-полно нацистских свиней. Будьте осторожны. Не убивайте никого без необходимости. Что-что? Перебить как можно больше нацистов? Нет, я сказал не... Не слышу вас, Кеслер. Сильные помехи.
mein Freund! Mein großzügiger Nazi-Hass in der halbnackten Ära! Was? Er ist kein schlechtes Omen. Vielleicht räumt er dieser verfluchte Stadt endlich auf. Aber solange ich dich habe, wird mir nichts passieren. Nichts. Пекарня Шмидтов. Я на месте. Слава богу. Свяжитесь со мной, когда будете папку. Динар Шитцен, Зиген ин Мундлих. Зайди через боковые ворота. Под большим булыжником ключ. Залезай через окно подвала. Черт возьми, где же твоя рубашка, красавчик? Пипа, так это ты агент второй? Теперь я сестра Инга. Передохни с дороги, выпей чаю с печеньем. Так вот, куда тебя перевели. Да, уже полгода как. Я тебя не видел с той вечеринки в Лондоне. Хорошо тогда погуляли. Уэсли мне еще пиво на сиськи пролил. Раздолбай такой. Я пытался его спасти, Пипа. Я знаю, солнце. Прости, сейчас не время размазывать сопли. Слушай, я знаю, что ты ищешь Бласко. Мужичок в моей постели – нацистская шестерка Хельги. Перед тем, как он заснул, я развязала ему язык. Папка, которую ты ищешь, находится в комнате Хельги, в таверне Вульфбурга. Я узнала, что она большой ценитель вина. Прикинься официантом, и сможешь к ней подобраться. И ради бога, надень на себя что-нибудь. Можешь взять рубашку из того сундука. Меня-то твой голый торс не особо смущает, Биджей, но ты должен быть неприметным. Оружие оставь здесь. Официанты с пушками не ходят. Я все сохраню. Чертовы нацисты. И ведь люди идут за этими кретинами, как зомбированные. Может, они это и заслужили? Петли заржавели. Так, помоги-ка мне, Бласко. А.
Петли не поддаются. Мне нужна твоя помощь. Этот тоннель приведет тебя в колодец на заднем дворе таверны. Как только добудешь папку, сразу возвращайся. И смотри мне, не утони, засранец эдакий. Надеюсь, петли не заржавеют. И до моего возвращения.